Парламентские уроки, посвященные 25-летию Конституции Российской Федерации, провели сегодня депутаты окружного собрания в учебных заведениях города. Александр Чурсанов пообщался с десятиклассниками школы имени Пырерки и школы номер 3. Депутат Николай Миловский провел уроки для студентов Наринмарского социально-гуманитарного колледжа и Ненецкого профессионального училища. Заместитель председателя регионального парламента Максим Арбузов встретился с студентами Ненецкого аграрно-экономического техникума. На одном из таких уроков парламентаризма побывала и наша съемочная группа. Конечно, знаю. Что это за праздник? Что... День Конституции. Основной закон Российской Федерации. Ну, право на жизнь, на свободу слова. Такое. А, свобода слова. То, не знаю, что еще сейчас. Свобода выбора, право на жизнь, что-нибудь подобное. Юриспруденция, она меня устраивает, и она очень интересна мне. Поэтому я и пошел на юристы. В зале Ненецкого аграрно-экономического техникума будущие юристы, технологи, экономисты. Сегодня они пришли на парламентский урок. В качестве лектора заместитель председателя окружного собрания депутатов Максим Арбузов. Какие ветви власти распределяется, делится государственная власть в России? Исполнительная, законодательная. Хорошая оперативная память. Краткий экскурс в историю. 12 декабря 1993 года был принят самый главный закон, который закрепил важнейшие принципы общественной жизни Российской Федерации. Окружные законодатели подробно рассказали о Конституции, об основах конституционного строя страны, правах и обязанностях гражданина, федеративном устройстве, исполнительной, законодательной и судебной власти, местном самоуправлении. Стандартная учебная программа – это одно, а отдельные встречи, они носят такой торжественный характер. Дети, наверное, к ним более внимательно относятся. Ну и опять же, они знакомятся с разными людьми, видят кого-то другого, выступающего в роли учителя, помимо своего учителя в школе. Поэтому, безусловно, это интересная практика, это нужная практика, это важная практика. Парламентские уроки уже традиция. Депутаты окружного собрания ежегодно проводят для старшеклассников и студентов парламентские уроки, приуроченные ко Дню Конституции и Дню парламентаризма. Ольга Русл, Антон Водряков, телеканал «Север».